мадам? Прошу к нашему шалашу. Место есть, а? Ну? Где вы? Это далеко. Ходил, дышал. А какие-нибудь проблемы? Мои проблемы. Я так начинаю догадываться, это не единственное объявление. Сколько же вы их расклеили, а? 5. О, уже 4? Мадам, вы их хотите ликвидировать, да? Тоже мои проблемы. Это я тоже понимаю, но если вы их расклеили, наверное, на что-то рассчитывали, да? Не на такое же. Благодарю за комплимент. Но надежды не теряйте. Не исключено, что это объявление просит некий одинокий принц, и вам крупно повезет. И тем не менее, мадам, совет. Принцы тоже бывают разные. Я вон тоже когда-то ходил в принцев. Но вот, дожди вымочили, ветры выветрили. Так что давайте, приступайте к ликвидации ваших прокламаций прямо сейчас. Две сорвал. Третью у вас. Четвертую, пятую не обнаружил. Вероятно, кто-то решил воспользоваться. Держите. Зачем? Вам же нужно. Спасибо. Да ладно, возьми. А я говорю, благодарю. Гордый? Есть немножко. Как знаете. Ну, если только в качестве кредита, я скоро не обещаю, но вот через полгодика я верну. Вы знаете, я уезжаю очень далеко. Вы даже не представляете, как далеко. В Норильск. Почему в Норильск? Потому что далеко. А куда же еще? Меня здесь ничего не держит. У меня ни жены, ни короче, ничего. А деньги я вам обязательно верну. Да ладно, будет. Что значит будет? Будет и будет. Нет, вы знаете, мне подачки не нужны, я не привык, я не нищимец. Я, между прочим, человек. Давайте, вот возьмите и... Чаю хотите? Вам с сахаром? А что, вам сахара жалко? Мне сахара не жалко, просто сейчас модно пить без сахара, поэтому я и спросила. Ну, к вашему сведению, эта мода была всегда. Восточная культура, например, предусматривает вообще и чаепитие, и без сахара. Мне с сахаром. Проводить меня. Ну, я только хотел поцеловать. Ручку с той стороны. Желаете мне что-нибудь? Желаю. А знаете, я уеду, и мы ведь с вами больше никогда не увидимся. Да что вы ко мне пристали? Уеду, да уезжайте, хоть на край света. Никто плакать не будет. Уеду. Обязался мне. Алло? Скромно, но от души. Хотите узнать о моем истинном отношении к вам? Касьян, милости просим, мы вас ждем, Касьян. Идите сюда. Сейчас мои карты перед вами будут открыты. Добрый день, Касьян. Убери руку. Воспитанные женщины руку не протягивают. Прошу прощения. Вот, Клавдия Петровна. Да, Клавдия Петровна. Вот я... Где найти?
права, чтоб выплеснуть израненную боль. Нам вместе быть, как видно, не судьба, но на прощание объяснить позволь. От тебя я ухожу, потому что пьяница, ничего не вернешь, лишь печаль останется. От тебя я ухожу, потому что пьяница, отвернулась судьба, не оглянется. Зачем тревожит душу память мне забытыми минутами любви? Все до тебя осталось позади, и ты меня с собою не зови. Пьяница, ничего не вернешь, лишь печаль останется. От тебя я ухожу, потому что пьяница, отвернулась судьба, не оглянется. Останется. От тебя я ухожу, потому что пьяница, отвернулась судьба, не оглянется. От тебя я ухожу, потому что пьяница, ничего не вернешь, лишь печаль останется. От тебя я ухожу, потому что пьяница отвернулась. Ждите, безоблачно, пьяница. Желаю вам судьба не оглянется, отвернулась судьба не оглянется. Человеку плохо.